Всем привет, друзья! Этот пеликан перепутал в мутной воде черепаху с рыбой. Не желая того, сам становится жертвой. Вцепившись в клюв птицы, каймановая черепаха очень долго не хотела отпускать его. И все же птице удалось вырваться из этой западни. Но остается вопрос, сможет ли он выжить с таким разорванным клювом. Это уже другой случай с участием пеликана, и снова из-за своей жадности птица попадает в нелепую ситуацию. Поймав большую рыбу, пеликан не смог проглотить ее из-за больших размеров. Этому пеликану уж точно повезло, что мимо проплывали неравнодушные люди, которые, собственно говоря, и спасли его от верной погибели. Повстречав носорога на своем пути, один из буйволов решил проучить его. Но носорог оказался настоящим бойцом. Поддев под брюхо буйвола, он едва не распорол ему живот. И лишь пустившись в бегство, буйвол спасает себе жизнь. Волкодавы, увидев непонятное для них существо, окружили его. Этим существом оказалась росомаха, бесстрашно принявшая бой. Наверное, ни для кого не будет секретом, что один матерый волкодав может запросто задавить пару волков. Но только не в случае с этим зверьком. Выдержав первый натиск, росомаха скрылась в норе. Увидев легкую добычу, орел без раздумия поймал ее. Но неожиданно краб вцепился в клюв птицы и полностью обескуражил ее. Глядя на эту забавную картину, так и хочется произнести известную пословицу: «Не зная броду, не лезь в воду». Этот мужчина, отдыхая беспечно у себя во дворе, вовсе не рассчитывал на встречу с косолапым. Друзья, если вам понравилось видео, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.